И всем привет, ребята, с вами Нинди, и сегодня у нас игра Самсарару. В общем, я решил снять по ней видео, и извините, что неделю не было, так сказать, обстоятельства. В общем, я хотел сделать такое видео, нормально все получилось, но мой голос пропал. Просто вот запись всего моего голоса, бас, исчезла. Поэтому мне пришлось перепроходить игру с нуля. Ну, это я быстро сделал. И, к сожалению, не будет иногда на каких-то моментах такого прям неожиданности. Вот, к примеру, здесь я уже знаю, что надо делать. К сожалению. Вот тут, значит, открываем и это забираем. Ключ используем здесь. Банку берем. Потом переходим. Берем сердце. Переходим. Берем это. Запихиваем. Извините, что я вот реально. Типа я никак не мог это предотвратить. Сюда. Заходим, да. Значит, здесь собираем один пузырик. Сюда, значит, его запихиваем. А здесь собираем. Второй пузырик. Здесь мы берем. Третий пузырик. Здесь. Сюда, значит, запихиваем его. Потом мы заходим сюда. Забираем четвертый пузырик. Вот, значит, забрали, да? Все норм. Теперь мы идем сюда. И уже первая трудная задача. Расставить книги на место. Все, значит, наконец-то я прошел. Мне даже пришлось перевернуть весь экран. Ну ладно. Так, теперь там был знак, короче, челика. Поэтому нам нужно взять человека и перейти туда. Смотрите, о каком знаке я говорю. Знак челика, вот. Стоп, вот. S. Начинаем, значит, здесь проводиться, нажмите на текст, чтобы перевести. Семя жертвы. А вот это вот реально интересно, я не заметил. Вспомни время. Прошлое никогда не умирает. Ну, короче. Стоп. Куда я так спешу? Здесь, значит, у нас 8:25. Сюда, значит, листаем. До 8. Ой, извиняюсь. Вот так вот. А, извиняюсь, до 8:25. Забираем первое. Сразу же сюда засовываем. Потом переходим за рыбу. Да. Сюда, значит, переходим. Здесь, значит, мы открываем. Видим. Получается 2:15. Не туда. 2:15. Также забираем. Теперь берем икона. Сюда переходим. Угу. Здесь будет. Стоп. Чтобы вам показать. Вот здесь написано 03:55. Поэтому мы листаем, переворачиваем сначала экранчик, листаем до 03:25. Чё я не так сделал? А, 55. Извиняюсь. Во, теперь мы можем обратно перевернуть экранчик. Переходим, ой, берем вот это, переходим. Я думал, то, что там всего лишь-то немножко
этих штук, типа то, что это максимум инвентарь наш. Ладно, пофиг. Сюда ставим это, сюда ставим это, и открывается какой-то бомж. Дальше я уже не знаю, что с ним делать. Может быть, ему селедки дать? Или геккона? Вообще, вообще сжечь? Я не знаю. Но я догадываюсь. Берем, значит, заходим за рыбу. Да-да-да, берем воду. Теперь вот так вот делаем, переходим. И сейчас обольем его водой, что ли. Да. Семена. А я вообще даже воду не использовал. Нам здесь, может быть? Да. А, я неправильно... Я в неправильном порядке это все сделал, блин. Пофиг. Сейчас быстренько исправим все. Банка с водой. Он уже здесь. Короче, пофиг. Все, можно сказать, наверстали. Теперь. Ага, нам нужно 3 раза полить. Или 2 раза. Жесть, стоп. У меня банки нету. А что мне делать с этим надо? А, походу понял. Берем геккона. По логике сюда. Да, 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 да. Гусеничка. Это у нас червь. Мне пофиг, что это червь, это гусеничка. И переходим. Наконец-то что-то новое, что-то откровенно красивое. Гусеничка, вот это тут. Это что? Трубка. Сейчас этот может спалить. Ладно, мы не узнаем. Забираем лепесток. А лепесток нам зачем? Сюда поместить? Да. Ой, ой, не туда, куда-то забрел. Чё это? Что мы сердце закинуть в рот? Неприятненько, неприятненько. Короче-то мы потом решим. А, я понял. До меня только дошло. Сюда. Это сейчас вот это сюда. Типа нету, да? И тут нету. Теперь где-то здесь должно быть. Да, короче, пофиг. О, нож, нож, нож. Это он забирал нож. Для меня только дошло, что это вот, что этот вот дед забирал нож. Забирай, забери. Куда? Это, наверное, для банки, да? Интересно, что дальше? А книгу можно открыть. Но бессмысленно, понимаю. Стоп. Если это можно дрыгать, то оно значит для чего-то надо. А чё я говорил? Угадал, угадал. Лепесток еще один. У нас 3 лепестка. И четвертое это...
А здесь уже никто ничего... А, нет, понятно, все понятно. Чтобы позвонить по номеру, нужно вот так вот сделать. Нужно соединить, короче, все кабели. Это сюда. Стоп. Вот, к примеру, у нас звонок. Он идет сюда. Сюда. Сюда, 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 сюда. Сюда и вот. Да, 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 да. Нетрудный был челлендж. И теперь все помещаем сюда. И еще лепесточек. А теперь остается узнать последнюю тайну. Эта тайна связана с мужиком. Как-то. Стоп. Куда я оделся? Вот. Уходит, да? А это что? Чё это? Первое. Первое, это вот это. И второе у нас это где? Сейчас быстренько чекнем. Давайте-ка это просто быстренько выполним. А вот этот мне челлендж нравится, очень нравится. Мне сама игра нравится. Берем. Второе, это у нас рыба, да? У рыбы знак вот этот вот. Окей. Запомнил? Вот ты, тот, что смотрит этот за экраном, ты запомнил? Лично я, да. Это просто квадратик, да? Квадратик, треугольничек. Все на месте. Все нормалды. Я так и знал, что оно когда-нибудь пригодится. Треугольничек. Квадратик. Ну там квадратик с полосочкой, мы все поняли. Сюда, значит, сюда, 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 сюда. Потом третье, да, второе. Квадратик с полосочкой. И четвертое, вот этот квадратик. Забираем яйцо, а зачем? А, не знаю, не знаю, зачем оно мне. Но я догадываюсь. Да, перья все-таки. Символично, символично. Мы птица. Уже нету, нет этих значков. Мы в раю. Просто крючки. Ой, боже. Наверное, у меня хуже было качество звука. Короче, еще одни челленджи. О, понимаю, новые челленджи. О, яичко. Может быть, сюда яичко засунуть? А зачем мы это сделали? Часы. Утро, я не понимаю ничего. Белка. Я не знаю, что с этой белкой делать надо. Это горшочек, во. Груз. Книжка. Через ночь... Стоп. Вечером после заката. Через ночной воздух ко мне прилетает сова. Луна больше, чем когда-либо. Сова смотрит направо, затем поворачивается, взглянув на меня, и говорит слова. Не забывая о своем предназначении, затем говорит.
тебе нужно стать чем-то еще. Достичь просвещения, да? Да, просвещения. Когда солнце зайдет утром, поворачивает голову назад. Затем исчезает. Ясненько, понятненько. И тут у нас что, листочки? Ночь. Вечер, полдень, утро. Ничего не... Полдень в 14. Кто знает. А сейчас сколько? Где часы? Вот. Ровно в 14. О. В 15. 16. 17. 17. 19. Да, короче, бессмысленно. Его хоть крути, хоть не крути. Тоже трудно. Но там какой-то грузик. Ай, ладно, ладно. Птички. Птичкам нужен червь. Червь. Не понял. Птица. Птица. Они должны быть одинаковыми. Дождались, дотерпелись и домучились. Одно у нас есть перышко, это уже хоть что-то. Это мы никогда не поймем, походу. Игра крашнулась. Короче, в ночь. Равно один груз равен единице. Ой, трудно, короче, все. Это непонятная дичь, это непонятная дичь. Походу все трудно. Четырнадцать. А нам нужно поставить 14:00. Зачем-то. Вот ставим 14:00. А может быть сюда грузик? Нет, надо ночью. Ладно, я, наверное, на этом буду заканчивать. Всем удачи, всем пока. С вами был Нинди и игра Сансара Рум. В общем, до новых встреч, и я постараюсь так не пропадать. Как пропадал на днях. Пока-пока.